four multi-coils up ahead. Use the rest of the explosives and sabotage as much as you can. All right, get in. We've got to go. Let's go. Днем 25 июня прибывшие к локатору немецкие войска успешно провели операцию. Часть вражеских войск была уничтожена, другая взята в плен. Адамштаг был представлен к награде. Он получил железный крест за героизм и ушел в увольнение, стараясь забыть об ужасах войны. Через 4 года он погиб под Берлином от пули советского снайпера. Трондхеймский локатор стоит и по сей день. Редкого туриста можно встретить около этого памятника войны. Здесь всегда можно найти несколько цветков, которые положены потомками тех бравых немцев, англичан и русских, что сражались за интересы своих государств.